Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. С нами сегодня Виталий Микрюков, специалист по лазерному удалению. Наш вопрос сегодняшний – это защита специалиста, который делает удаление перманентного макияжа. По себе знаю, я смотрела и на ту, и на другую вспышку незащищенными глазами. 532 – это зеленый, очень красивый свет. Посмотришь, потом полчаса ходишь, видишь одни эти шарики. Я так подозреваю, что это не очень полезно для глаз, да? А другая вспышка, которая дает холодные цвета, да, 1064, она вполне глазу съедобная, то есть можно смотреть, очки защитные, через них видно плохо. Если это огромная татуировка, то понятно, там полотно яркое, а на коже видно хорошо. Если это брови или там контур губ какой-то, где тем более нельзя зайти там, туда, куда нельзя, надо смотреть прям, хочется посмотреть, чтобы не щелкнуть лишнее, не туда, куда не надо, и чтобы не повредить кожу там больше, чем надо. Как быть, можно ли смотреть без? Ну, наверное, нет, да? Нет. И что будет, если смотреть? Нет, на самом деле, почему такая разница восприятия? Потому что насадка 1064 нанометра, она, собственно, написана какая-то длина волны, она находится в инфракрасном диапазоне. То есть, по сути, мы вспышку лазера саму не видим. То есть, наш глаз просто не воспринимает эту длину волны, как видим. То есть, вспышка нам невидима, и мы видим только результат ее воздействия на пигмент, на кожу. Поэтому, в принципе, как бы, ну, без очков работать, ну, комфортно, в общем-то. Да. Но нельзя сказать, что это как-то бесследно отражается на операторе, да, то есть на специалисте, в общем-то. Потому что одно дело, когда клиент, например, захотел посмотреть, какую татуировку удалили, там два раза глянул, там, ух ты, прикольно, и, собственно говоря, на этом все. Другое дело, когда специалист выполняет там по 10-15-20 процедур в день в течение там длительного срока нескольких лет, то есть он накапливает количество вспышек до там, доходящих до нескольких миллионов, в общем-то, воздействий. Mm-hmm. При этом, как я уже говорил, лазеры эти относятся к четвертому классу опасности, у которых опасен даже отраженный рассеянный свет. И то, что мы его не видим и не чувствуем, совершенно не значит, что его нет. Вот, поэтому очки обязательно, причем очки должны быть высококачественные, они должны действительно защищать от лазерного излучения, потому что с частью лазеров поставляются такие, скажем, фейковые, я бы сказал, очки, да, то есть они вроде бы есть, но по факту они совершенно не защищают, в общем-то. У меня где-то есть видео, я показываю, как проверить, защищают очки или не защищают от, собственно говоря, данной длины волны. И если очки не защищают, то, конечно, смысла их одевать вообще нет. То есть они просто затрудняют вид зрения и все. Да. Да? Но в целом рекомендация, конечно, обязательно пользоваться очками. Может ли как специалист сам проверить, защищают они или нет? Каким-то Может. Образом? Берется просто черный журнал или черный картон, берутся очки, и сквозь очки, то есть мы имитируем попадание, грубо говоря, лазерного луча сквозь очки на, там, ну, на то глаз. То есть если срабатывает? То есть если на черном картоне или черном, да, журнале остается след от, ну, то есть вспышки, то есть побеление, то есть это пигмент разрушен, то, собственно говоря, очки ни от чего не защищают. Нормальные очки, имеющие там оптическую плотность там, до там, OD4, OD5+, они снижают в нужных диапазонах, нужных нам, интенсивность вспышки до 100 тысяч раз. То есть при нормальной очки пропускания сквозь них прямо прямое попадание с близкого расстояния лазера, на черном картоне, на черной бумаге не останется никакого следа видимого. То есть они полностью фильтруют это все. То есть это вопрос безопасности, да, и даже случайного попадания отраженного какого-то луча. И в целом могу сказать так, тоже какое-то время я работал без очков, ну как бы неудобно, что-то не видно, но в целом лучше все-таки работать с очками. Потому что, например, снимая видео, я поменял там несколько камер на телефоне. То есть пиксели бьются в камере именно, то есть когда снимаешь какого-то, то есть никогда в камеру попадаешь, там, а просто поняла, вот вообще с расстояния с какого-то, какие-то, ну что, роговые чешуи, я тебе покажу, что у меня даже эту надо менять уже, в общем-то. Ну просто даже банально от роговых чешуек, от поверхности эпидермиса все равно бликует, немножко отлетают какие-то кванты света, которые как бы мизерны, но если это миллионы вспышек... Короче, оператор обязательно должен работать, конечно, в очках. Конечно, как это безопасность. Я больше скажу, требования к кабинету существуют для лазерного воздействия. Да? Это матовые полностью все поверхности, отсутствие всех зеркал, как минимум, в общем-то. Да? То есть это стандарт, который прописан в ГОСТе, в общем-то. Да? Там знак лазерной опасности на входе и световой сигнал о том, что идет работа, чтобы не входили посторонние, как бы, да, не получили случайно. Это прописанный стандарт. Всем спасибо за просмотр. Это был Виталий Микрюков. Мы говорили о лазерном удалении и безопасности для оператора. Будут вопросы, пишите в описании к этому видео. Всем пока! Well,